Барак Обама сегодня впервые встретился с главой Римско-католической церкви. Встреча с понтификом состоялась в апостольском дворце Ватикана, куда Обама проследовал в сопровождении швейцарской гвардии, личной охраны Папы Римского. В составе американской делегации был и госсекретарь США Джон Керри. Президент США признался Франциску I, что является его большим почитателем. В ходе беседы, которая продлилась почти час, американские лидеры и понтифик обменялись подарками. Обаме была преподнесена папская энциклика, а в ответ президент США вручил папе Франциску семена овощей и фруктов с огорода Белого дома. И вместе с подарком Обама передал представителю католической церкви приглашение побывать в Вашингтоне и лично осмотреть грядки.